Александровский парк Тюмени был основан в середине 19 века, и тогда он назывался Загородным. Когда на пустыре за городом на средства от местного купца Ивана Иконникова стали высаживать деревья и кустарники, общая площадь насаждений тех времен около 40 тысяч квадратных метров. Это в 10 раз больше парка в настоящее время. Официально парк назывался Александровским в честь российского императора Александра II, который посещал город в 1837 году.